4000 нижнекамцев, дети и взрослые, врачи, учителя, строители, спортсмены, нефтехимики, повара, артисты и художники. Все они сегодня собрались вместе, чтобы поздравить свой любимый город с праздником. Ровными рядами по проспекту Мира прошлись 28 подразделений. Возглавляли все это шествие ветераны, почетные граждане Нижнекамска и первостроители. Одна из самых больших делегаций представителей Нижнекамск «Нефтехима». Сегодня это ведущее российское предприятие, славящееся своими производственными достижениями и победами. В шествии приняли участие все подразделения компании. Яркие и необычные. По традиции в колонии были представлены автомобили специального назначения. Сегодня и они в праздничных нарядах. Нижнекамск «Нефтехим» представил сразу несколько машин. Это новая современная автоматизированная система контроля атмосферного воздуха на колесах. Передвижная лаборатория позволяет провести экологический срез воздуха по всем основным загрязнителям. Еще одно приобретение Нижнекамск-Нефтехима – новые автомобили медицинского назначения для выезда на дом. Сегодня они тоже здесь, на параде. В колонии красуется и огромный КАМАЗ с портретом легендарного генерального директора Нижнекамск-Нефтехима Николая Лимаева. В этом году мы отмечаем юбилей нашего первого генерального директора Николая Васильевича Лимаева, который своей силой, упорством, своим трудом вместе с коллективом, вместе с коллегами своими смогли построить не только химкомбинат, но и целый город. Лимаев, во-первых, был тот человек, который нужен был для республики Татарстан, для этой местности, чтобы создать, поднять этот район с нуля. Каждый коллектив представлял одну из городских улиц. Вот студенты политехнического колледжа, держащие флаг проспекта строителей. А вот работники транспортной сферы с улицы Вокзальной. Замкнуло шествие молодежь Нижнекамска. Получилось эффектно. Здесь так много молодежи! Несмотря на то, что погода была облачной, в эти минуты город сиял от улыбок нижнекамцев. Наблюдали за парадом несколько тысяч человек. Несомненно, каждый из них был счастлив, что живет в этом красивом и развивающемся городе. Гузель Вазиева, Власть Семагин, Эн-Медиа.